Здравствуйте, с вами Елена и Добрые рецепты. И скоро Пасха, а это значит, что пора готовиться, подбирать какие-нибудь вкусные рецепты куличей. Куличи уже есть у меня на канале. Заходите, ссылочки оставлю внизу на рецепты куличей. А сегодня я хочу вам показать рецепт замечательных шоколадных яиц, сладких, с сюрпризом внутри. У меня этот рецепт не веганский, он с творогом. Но если вы веган, вы можете заменить творог на тофу, добавить туда какое-нибудь растительное молоко немножко для размягчения, например, кокосовое, и у вас получится полностью веганский рецепт. Шоколад тогда берите горький, без добавления молока. Хотя, в принципе, я советую вообще брать горький шоколад, потому что с ним проще работать. Хотя с молочным получается вкуснее и нежнее. Но яйца сложнее вытащить из формы, потому что они начинают немножко таять в руках. Вот. А горький шоколад более плотный. Ну, вы смотрите, что вам больше нравится. И берите обязательно качественный шоколад, который настоящий, без добавления каких-то заменителей какао-масла. Прежде всего нам нужно растопить шоколад на водяной бане. Для этого понадобится две миски. Одна стеклянная, другая металлическая. Наливаем в металлическую миску кипяток, только что вскипевший. Ставим сюда нашу стеклянную миску. Ломаем шоколад. Выкладываем сюда. Шоколад будет таять. В качестве форм для шоколадных яиц я использую вот эти формочки от Kinder Surprises. Можно купить специальные силиконовые формочки в форме яиц. Промазываем формочки изнутри шоколадом. Промазываем достаточно густо. Кстати, формочки перед промазыванием лучше охладить в морозилке или в холодильнике. Так шоколад будет быстрее застывать. После промазывания кладем формочки с шоколадом в морозилку на несколько минут. Первый слой застыл. Наносим второй слой шоколада. Наша задача сделать шоколадное яйцо достаточно толстым, чтобы оно не ломалось при отделении от формы. Творог смешиваем с сахаром и сметаной. Перетираем их вместе. Перетираем с помощью вилочки, либо можем взбить блендером, как удобнее. По-моему, такое небольшое количество удобнее перемешивать вилкой. Перетираем до такой кремовой консистенции. Также нам понадобятся консервированные персики. Порежем очень меленько. Итак, наши яйца застыли. Теперь наполняем их начинкой. Теперь закладываем сюда начинку из творога. Очень много закладывать не нужно, иначе яйцо плохо склеится. Так, закладываем творог и желточек из персика. Так,
половинку яйца. Пока вот сюда положу. Аналогичным образом наполняем. Теперь снова берем жидкий шоколад, смазываем вот так краешки одной половинки яйца. Берем вторую половинку и накладываем одну на вторую. Вот так. Падает, падает. Так. Вот, видите? Теперь аккуратненько сейчас ложечкой домазываем. Так, промазываем шов. И кладем в морозилку застывать. Окончательно. Желаю вам светлой Пасхи, если вы ее празднуете. Ну а если не празднуете, тогда просто приятного аппетита и счастья вам в любом случае. Пока-пока, до новых встреч!